Всем привет! И сейчас я вам покажу, как скачать видео из YouTube ВКонтакте на iOS. Для этого надо в приложении Downloader, то есть синей иконочкой. Запускаем его, объясню вам, как все. Здесь у нас браузер. Вот отсюда как раз мы вводим ссылку и скачем. Здесь все загрузки хранятся. Здесь файлы, которые мы скачали. А вот здесь настройки, например, кэш сбросить, разработчик. Итак, сейчас мы зайдем, например, из контакта. vk.com. Так, извините за интернет, здесь медленный. Так, мои видеозаписи. И скачаем здесь какую-нибудь видеозаписи. К примеру, эту. Да, пойдет. Вот, он напишет нам скачать. Мы выходим в вкладку Downloads. Вот видим, как видео начало скачаться. И когда оно скачается, мы можем нажать на эти три точки и открыть. И выбираем сохранить видео. Все видео сохранено, это легально. Приложение в App Store есть. Можно копировать свои видео. И всем спасибо за просмотр. Вступайте в мою группу и подписывайтесь на канал.